Заботы и нужды вынудили жителей севера страны выйти в поле в поисках топлива. Недавнее повышение цен вызывает большую головную боль у стариков из села Шурь Дрокевского района. Из-за того, что тонна угля стоит как 3 или 4 их пенсии, а цена за кубометр древесины растет с каждым днем, люди с утра до вечера, согнувшись вдвое, собирают чеклеш, оставшийся после уборки кукурузы. У 60-летней Зинаиды Бугай уходит целый день, чтобы собрать несколько мешков кочанов. Женщина надеется, что так она хоть немного сэкономит на расходах по обогреву дома. Тарегрев. Ну и птери, да, еще не требу. Сном блем кучерши, то хай, странжем. Яр наши гре, где фокна вем пшелуа. У меня и трясут пенсия, троешты, куши строешты. Tare greu. M-am dus joi la bazar și când am văzut 1200 de focu, chiar am zis așa, hadim la șcălăi, că a plouat așa și da, așa strângem. Такая же ситуация и у семьи Василия Гросу. Мужчина говорит, что ему нужно экономить, чтобы содержать свою семью. Cam slut mieze, șcălăi smărânței, dar ne trebuie de foc. Foc s-a scuntit, am mă de la 850 și just la 1000 de lei. Cât de cât e că ne stăruim să avem cu cine încălză. Și mâncare, o pensie de acolo, avem, o împărțăm așa, ne ajung de zi la până, ca altfel nu e tipnic. Parare de unde? Eu prinesc o pensie, 1136 лей. Что я могу только обтить несурать? Двое несурать, двое несурать. Люди говорят, что им очень тяжело и что их здоровье не позволяет им оставаться в поле целый день. Но у них нет выбора. Стрижем кто лет ди фок. А мы кирш фашим кто калдари до дешо кале. Ну и фрик дари. Я ка ши купарала до складометри. Ну, старый скумпи, 1200. Грел. Да ши сваш, да кастребу. Ши сващем пенсии 2000. Складометру де лем, 1000. Ceva. Și cărbune 5.000 tona. Da lunena, da telefonul. Ia că venim aici pe deal. Ei nu te doare, tot te doare, dar ce să faci, dacă n-ai. За тонну угля в этом сезоне жителям Молдовы приходится платить от 3 до 5 тысяч леев, а кубометр древесины достигает 900 леев.